Друзья, всем привет! Вот поставил себе, короче, варить макароны. И буду кушать макароны с тушеночкой. Вот такая вот тушеночка. У меня тут еще осталась домашняя тушеночка. Из утки, из домашней утки. Вот он так выглядит. Крышку открыл, сразу такой аромат классный. Прям пахнет мясом, чесночком, специями. Вообще прям хочется взять ложку, кусок хлеба и начать сразу есть. Ну, я буду кушать с макаронами. Вот, короче, сварю макароны, кину вот эту вот домашнюю тушенку и буду есть макароны с тушеночкой. Мне кажется, должно получиться очень вкусно. Будет вкуснятина. Такая вот, друзья, вкуснятина. Друзья, ну вот сварил я макароны, смешал с тушеночкой. Сейчас, короче, буду в тарелку накладывать. Тарелочка, да? Давайте буду ложить макарошки с тушеночкой. Вкуснотища, пахнет так. Обалденно, просто обалденно, друзья, запах. Запах домашней тушеночки. Макарончиков. Сейчас, друзья, будем с вами кушать. Вот эту красоту. Вот, вот так это все выглядит, друзья. Красиво и аппетитненько. Макароны с тушеночкой. В общем, друзья, приятного вам аппетита. Давайте кушать. Друзья, ну что, начнем трапезничать. Макароны с тушеночкой. Соли немножко не хватает. Макарончики с домашней тушенкой. Буся тоже положил макароны. Она их уминает. Аппетитно, друзья, это балдеж. Настоящий балдеж. Очень вкусно. Просто обалденно, как вкусно. Сегодня ходил к Лизочке. Пробыл с ней целый день. Вот, а сейчас Лиза пошла на занятия. Ну, там моя бывшая жена с ней ходит. Там в детский центр. И как бы там их готовят к школе, обучают всему там. Буся так быстро ест вообще.
Вкусненько. Натурпродукт, никакой химии. Одно мясо в тушенке. Ничего кроме мяса нету. Погода на улице у нас классная, вообще тепло. Плюс 28 градусов. Ну, вечером, правда, прохладно становится. Вечером уже холодно. Друзья, корончики с домашней тушеночкой. Гуся убинают всю тарелку, почти съела уже. О, Буся все макароны сожрала. Буся, ну ты и проглот, а. Макарончики. Короче, съела целую тарелку макарон с тушенкой. И опять просит иду, прыгает мне на ноги. Гуся, хватит есть. Еще себе немножко положу. Вкусно получилось. Получилась просто песня. Просто, друзья, обалденно, как вкусно. Домашняя тушеночка. Макароночки вкусные. Объедение. Так, немножко посолим. Чуть-чуть совсем. О.
Классная тема. И готовится так быстро, да? Макароны сварил, тушенку туда высыпал, все перемешал. Вот тебе готовая еда. Друзья, какие куски мяса. Натуральное мясо. Ну и какой химии. Спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем буду очень рад. Пишите комментарии. По возможности каждому отвечу. Вот. И всем пока. Всем до свидания и до новых встреч. Всем пока, друзья.